Блаженны усопшие, ибо они не умерли. Все еще мокрый, кто-то очень спешил его снять. Сколько людей погибло в этих водах? Все еще мокрый, кто-то очень спешил его снять. На этой стороне монолита не видно фрагмента печати. Похоже, добыть его будет нелегко. Дверь не поддается.
где. Мы обречены вечно гнить в этом борге. А, дверь не поддается. Вы местный? Можно вас спросить о побережье? Живу тут уже 30 лет. Здесь и помру. А что? Мне нужно добраться до основания скалы на берегу. Где лучше всего нырнуть? Ясно. Значит, вам тоже крышка, как и всем остальным. О чем это вы? Команда Арчи, моя семья, они все утонули. Что-то позвало их с морского дна. Манило, как зачарованных. Все еще хотите нырнуть? Как будто у меня есть выбор. Можно вас кое о чем попросить? Когда спуститесь на дно, наденьте эти крестики на моих родных. Я не знаю, как еще помочь их бедным душам. Если согласитесь, покажу вам место, где я сам раньше нырял. До проклятия. Узнать ваших родных будет трудновато. Прошло всего 2 дня. Тела еще не разложились. А, да, но рыба... Рыба держится от скалы подальше, как и все живое. Вы сказали, что вашу семью что-то позвало со дна моря. Как такое возможно? Арчи был нашей последней надеждой на спасение. Мы пытались выбраться отсюда, но Мэйр нам не позволила. Откуда ни возьмись, появились скалы. Опустился густой туман. Мы целую неделю болтались у берега, не могли отплыть. У нас кончались припасы, а наш разум слабел. Шепот. Тени в тумане. Безумие. Да. Я надел водолазный скафандр, но остальные просто прыгнули за борт, один за другим. Я был последним. Добрался до берега только благодаря скафандру. Я вам помогу. Давайте сюда ваши крестики и покажите, где можно нырнуть. Благослови вас, Кей, мистер. Место для погружения на первом этаже. Вот ключ. Я даже не спросил вашего имени. Как вас зовут? Джимми Прайс. А что? Ничего, просто хотел узнать ваше имя. А, ладно. Счастливо. Надеюсь, однажды твоя душа сможет обрести покой.
Какой ужас. Даже представить не могу, каково это. Я нашел вашу семью и сделал то, о чем вы просили, Джим. Будьте спокойны. Спасибо. Надеюсь, теперь их несчастным душам станет легче. Простите, что вам пришлось рисковать жизнью из-за меня. Примите это в знак моей признательности. Счастливо.
Жаль, что тебе придется умереть, Рид. В этом городе есть люди гораздо хуже тебя. Многие хотят покинуть Окмунд, парень. Но мало кому это удается.
Я хочу, чтобы все это оказалось сном. Хочу проснуться в своей кровати в Бостоне, поесть нормальной еды, выпить кофе и забыть об этом кошмаре. Скажу прямо, вам здесь не рады. Один неверный шаг, один косой взгляд, и с вами будут обращаться так же, как со всеми остальными преступниками. Пожалуйста, убейте меня. Я не могу. Я просто не могу. Не щадите его, парни. Он сам напросился. Самое отвратительное — это быть бесполезным. Наблюдать, как все повторяется снова и снова, и ничего не делать. Но мы с вами принесем перемены, мистер Рид. Поторопитесь, Рид! Мы еще можем спасти город! Страдания никогда не закончатся. Цикл будет продолжаться. Ты не сможешь изменить свою суть. Простите меня, святой отец, ибо я согрешил. Мы обречены вечно гнить в этом борге. Это цикл. Все повторяется. Она хочет освободиться, но этого нельзя допустить, иначе всему придет конец. Судьба не будет ждать, Чарльз. Выбирайте, спасение или смерть. Я выбираю уничтожение и завершаю цикл. Пусть все погибнет. Я принимаю свою судьбу, в отличие от моих трусливых предшественников. Я иду, тайная дочь. Я выбираю уничтожить. Я принимаю свою судьбу, в отличие от моих трусливых предшественников. Я иду, тайная дочь. Thank you.
меня хватит. Я покину этот проклятый город и забуду о его безумии. Я не стану делать выбор. Я прерву цикл и освобожу всех пленников Окмонта. Я сделал выбор. Я добровольно приношу себя в жертву, как и каждое семя до меня. Что такое одна жизнь по сравнению с судьбой человечества? Пусть цикл начнется заново. Я покину этот проклятый город и забуду о его безумии. Я не стану делать выбор. С меня хватит. Я покину этот проклятый город и забуду о его безумии. Судьба не будет ждать, Чарльз. Выбирайте, спасение или смерть. Я выбираю уничтожение и завершаю цикл. Пусть все погибнет. Я принимаю свою судьбу, в отличие от моих трусливых предшественников. Я иду, тайная дочь. Я выбираю уничтожить. Я принимаю свою судьбу, в отличие от моих трусливых предшественников. Я иду, тайная дочь.
Я сделал выбор. Я добровольно приношу себя в жертву, как и каждое семя до меня. Что такое одна жизнь по сравнению с судьбой человечества? Пусть цикл начнется заново. Я сделал выбор. Пусть цикл начнется заново.